Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие наши зрители, гости канала. Мы вас рады приветствовать. Сегодня мы хотим поделиться с вами новостями, которые произошли с нами в ближайшее время. Ну, произошло, я извиняюсь, что тебя перебью, не больно-то бы и много, как бы хотелось, но, блин, опять-таки, в общем, краткая сводка новостей, так сказать. Квартира у нас продлена на следующий год, включительно май, по-моему, если я не ошибаюсь. Июнь, май, какая разница, июня, там по-моему. Рядом плюс-минус. Да, продлили нам ее на год еще. С домом, что вам сказать, там большая работа идет. Может, что-то видно, что-то нет, но не обязательно прям все снимать. Идет расчистка в виде меня. Территории. Ну, как сказать, стаскиваю все в кучу, потому что мы выиграли грант опять. Да, мы выиграли грант, будет подавали документы. Где-то примерно, да даже не примерно, приедет... Три КАМАЗа манипулятора. Не три, а один на три раза, грубо говоря, скажем так. Ну, три, ну, да, получается. Три захода будет. По 30 кубов там где-то. Uh-huh. Ну, где-то 90 кубов мусора вывезет. Уж что вывезет, то вывезет, не знаю. Скважину, кто видел, кто нет, я вроде откопал. Но пока с ней ничего не делаю, потому что, блин, ну... Там ну, потому что везде труба. Есть свои нюансы. Небольшие, да? Да. Участок поливается, там все растет. Опять-таки не так хотелось, как хотелось бы, но куда деваться. Ну да, где-то, растет, и ладно. Где-то соседи за забором нальют, где-то да. На соседнем участке соседи разрешают налить. Один раз к бабушке вообще ездили. Ну, в общем, у нас люди мировые, они нас выручают. Помогаем. Да, спасибо им огромное. Ну и мы, само собой, ну, и спасибо, тоже конечно, помогаем. Большой администрации нашей, что продлили, что вошли в наше положение. Да. Вот. Скоро будет видео, как Саша у нас паспорт получит. Да, завтра поедем постригаться, фотографироваться на паспорт. 13 июля Саше будет 14 лет. Правда, сейчас у нас документы пока еще на временной прописке, но я думаю, что, наверное, уж скоро вернут нам наши документы, потому что там надо в МФЦ подавать документы уже с фотографии и со свидетельством о рождении, да? Ну, как так, бы, наверное. Да. Там еще госпошлину, по-моему. Надо будет эти моменты узнать. Вот. Так что ребенок у нас уже 14 лет ему будет. Молодец, мальчонка. Прости. Да? Растет. Вот. Угу. Посмотрим, как по состоянию дел на следующий год. Что у нас, да как? Ну, льготное да. Дерево в курсе? Про льготное дерево пока я не говорю, потому что... Потому что и сказать нечего. И по не сути, надо. Да, я в общем, обязательно, как... когда мы разберемся с льготным деревом, я обязательно запишу, или мы запишем обязательно если видеоролик. Ну, если не разберемся, то уже... Потому что там... Вкратце, ну, как да, сказать, вкратце, по скажи. Дереву и как бы положено 100 кубических метров. Ну, помните, может, знаете и смотрели, есть такой замечательный мультфильм «Три богатыря». Там есть такой замечательный персонаж, звать его Колыван. И вот такой же вот Колыван... Стесняюсь, да даже не стесняюсь, без мата просто скажу, это Колыван, сидит на этом дереве, мне даже стесняться нечего, я не боюсь, мне по барабану, там постоянные какие-то, ну это вам не надо. Ну в общем у нас запутался. В общем, сидит Колыван и не дает дерево. У нас большое количество аудитории, не только с Нижегородской области, да, с нашей, любой. А еще, да, если у вас был опыт получения льготного дерева. Да, и где вам отказ шел, потому что, знаете, они на что ссылаются, то, что якобы в справке от МЧС указано такая-то, такая-то, ой. Кубатура, какая-то... да, там после кубатуры. Этого... Там просто написано то, что нет крыши и перекрытий. Пожара уничтоженная, жилая площадь. Ну, короче, там все равно по этой справке написано, что дом все, а-ля улю.
В общем, дальше была выездная комиссия архитектурного. Ай, как его? Ну, короче, в общем, архитектурного состава. Да, блин, как оно? Архитектурный отдел, короче, назовем так. Вот. Они засчитывают как раз же вот они на основании комиссии свои кубатуру и т.д. и т.п. Сколько досок, бревен, чего там надо, на крышу, на пол. И в итоге там выходит где-то 100 кубометров леса. Естественно, этот лес в этом списке расписан, сколько, допустим, бревен, количество, какой диаметр и т.д. и т.п. Вот. А там уперлись в бараний рог, что у них такого дерева нету. Я не спорю, может быть и нету. Может, они так и не дают. На этот вопрос мне даже юристы не ответили. Могу я получить это дерево в этом, в том виде, в котором оно выписано, или только на корню? Дальше. Ссылаются на справку МЧС. Якобы она важнее архитектурного отдела. Почему они ссылаются? Уперлись в бараний рог. Ну, типа мы лохи, мы все схаваем. Ну мы-то не лохи. Уже много прошли. Как бы. Я уже сам начал в этих документах много разбираться. Потому что, кровушки они у меня попили, эти вампиры. Много. Может, кто с прокуратуры смотрит, может, тоже заняться этим делом. Ну, есть желание там прошуршить этот отдел. Балахнинский лесхоз. Все. Ни фамилии, ничего называть я, естественно, не буду. Не в моих интересах. Который вот юрист с нами работает все время, ну, конечно, не за бесплатно. Она говорит: ребята, только в суд идите. Но в суд это тоже такая кабала, это хуже некуда. Да, наверное, это еще на это год, еще на полгода. И, короче, это все удовольствие растягивается. Ощущение, что 40 тянут, может, еще что-то. А что самое по-любому. Вот, что самое обидное, вот год прошел, да, вот мы думали, да, вот в наших силах. Но сейчас ведь пойдет еще один год. Ну а дальше. Мы уже думаем. На грант мы хорошо. Грант мы везем, в общем, мусор в сентябрь. Я перебью Любовь Вячеславовну с ее позволения. Вкратце, если ничего не выйдет, ни с тем, ни с этим и ни с этим, просто будет продажа участка и покупка дома. И переезд в этой же области, но в другой район. Чуть-чуть. Ну, километров тире плюс 200-300 минус. Все. Плюс. Ну, езды 2 часа, по сути, на машине. Один раз я не послушала, когда Рома предлагал, когда еще была весна, Рома предлагал съездить в один дом. Все было в порядке с этим домом. Не больно-то далеко отсюда, около 200 километров от нас. В доме было 5 комнат, дом был кирпичный, свет, газ, вода, все в доме. И 50 соток земли, и все с документами даже. И цена была, не поверите, смешная. Меньше миллиона такая красота стоила. И неважно, есть там школа в этом поселке, нету. Есть машина, можно детей довезти на крайняк уж. Да, и еще... Жилье главное, основное. Да, и еще. На тот момент сразу же я писала фонд благотворительный о помощи. Фонд мне ответил и сказал, что он заинтересован в том, чтобы нам помочь. Но это было весной. Ну, фонд тоже, в принципе, делает, даже очень много очень помогает. Много помогает, все люди не всесильны, как бы сказать. Есть какая-то кучка, не знаю, колыванов, которые держат в страхе всю толпу. Блин, ну, люди, как-то надо, я не знаю, в этом плане. Чуть-чуть понаглее быть. Вот, кстати, поэтому вы пишете: поставь Рома теплицу, люби, и т.д. и т.п. Я ничего и не делаю. А кто ее будет ходить открывать вот каждое честно, утро? Да ходить-то я могу, я не в этом плане. У меня, понимаешь, как кино уже снимаем, ладно. В общем, получается, если я сделаю, да, с душой, а потом мне ее разбирать, как бы жалко. Точнее, даже не разбирать, а продавать с участком. Да ну его нафиг. Ну, ребят, не стоит. Тем более, учитывая, сколько у тебя времени остается. Да времени у меня чуть-чуть. Вот это, как бы я один на все. А еще отдыхать надо. Иногда хотя бы. Иначе у меня вот бедро уже вторую неделю болит. Не знаю, что не проходит. Мышца. На днях себе палец вывихнул на левой руке. Я хожу, работаю вообще на это. Фиг забил.
потому что деньги как бы нужны, никуда без них не денешься. Вот. Поэтому ни больничных, ничего, ни выходных. Отпуск что был, что не было, ну и... Ну и хорошо, спасибо, что ты есть, Высоцкий. Было такое же, но, блин, вот. Ну, в общем, поэтому и ничего и вам не говорили, потому что я опять эмоционально взорвусь, у меня уже глаз иногда дергается, как я про дерево слышу. Все. Когда закончится эта вся кабала, обязательно все расскажем от и до. Вот. Да, не знаем много, все своих прав. Да. Как бы. Как-то так. Даже очень много людей нам говорят, даже с фонда нам говорят, что-то походу вас хотят это немножко подвинуть. Ну. Я впервые всех это заметил, вот дураку понятно. Почему там? Он человек сидит перед нами, да, он смотрит, а как вы будете этим деревом распоряжаться? То есть, а что будет, если отказ? А что будет? Ну, вот так. Да, так хотелось ему прям за отказ сказать, но думаю, ладно. Ничего страшного, мата еще запитывать придется. Что самое интересное, торговля деревом странная какая-то. По льготной цене мы можем получить 30 кубов. Да, а потом, ну, короче, это, да, вот это вообще, да я не взрываюсь, это вообще взрыв мозга будет потом. А потом он сказал, короче, по себестоимости, а я ему говорю, а что? По себестоимости. Как эти армяне на рынке, что ли, лесом торгуем? Или что, я не пойму. Эй, а счет, слющий, у тебя есть там, да, 70 кубов, я тебе за 500 отдам. Ну, как-то так вот это, извиняюсь, на букву Х выглядит. Вы что там? Вы... Ладно, блин, я понимаю, там богатей вы дерете, вы выдаете нормальным людям дерево, что он... Сори, вот прям вылетает, вот поэтому не говорю. Жабы их душит. Как этот пел Цой-то? Следи за собой, будь осторожен. Вот, я ни на что не намекаю. Когда мы вообще первый раз приехали, там была девушка. Хамоватого вида. Да, она очень такая хамоватого вида. И до сих пор грубят. Им как позвонишь, они, знаешь, такое отношение, как «Эй, ты, иди отсюда». Она обосновала свое поведение, что многодетный отец очень много просил. Ну, в общем, короче говоря, ему выписали льготное дерево, вот, он что-то там лишку немножко срезал и, в общем, судиться начали с ним. Они никак с него не отсудят. Да. Красавчик в одном. А мы, что ли, попались под горячую руку? В этом плане я его даже понимаю, они ему, наверное, мозги, в итоге он психанул, добился своего и сделал, красава, что. Ну, как бы вот такие у нас, веселые... Ну, конечно, все постепенно будем рассказывать, если какие-то новости будут. Ну, да. Вот. Но в ближайшее время мы будем заниматься вывоз мусора. Наша задача сейчас продумать, что нам утилизировать больше. Если помощи с иной стороны не будет, значит, участок будет расчищаться и выставляться. А куда дальше терпеть? А куда дальше ждать? Ждать, сидеть? Это время, да. Это здоровье, это нервы, это переживания. А кому они сейчас нужны? Никому. Ну вот. И так дофига нервов происходит во всем мире. Это точно. Куча гнилого везде. Насколько прогнили люди в структурах. Прям как пиздец, как стыдно. И пофигу, иду как к танку прям. И клал я на все эти невзгоды. Как бы. Мы как бы своего добьемся. У нас есть четкая цель, и мы к ней уверенно прем. Да, в конце концов, мы молодые, и наши дети тоже, да, еще маленькие. Да, рано еще помирать, как бы, никто не собирался. Ну, в принципе, все, что мы вам хотели сказать. Но в случае чего, мне очень жалко будет прощаться с людьми, которые нам дороги. Вот. Ну, а так все. Всем пока. Да, пока-пока. До новых встреч. Угу.